Добрый день всем еще раз. Dota 2 Champions League. Финальная часть уже начинается. И это плей-офф, и это катка до 3 побед в формате Best of 5. Первую игру вы видели. Вторая игра обещает быть еще более интересной. Тут из нестандартных персонажей появляется Найт Сталкер и Тини, которые в мету не часто у нас заглядывают. Да и Рубик у нас за ниндзя играет. В составе команды Empire первое пополнение приятное — это Undying. Второе — это Джакира на Йоку. Точнее, Йоку на Джакира, или кто там у них сверху, я так не в курсе. Особенно Silent забирает себе гирокоптера. Ну что, всего навалом у команды Empire, поэтому раскасты должны быть просто чудовищными для коллектива NiP. Если попадают под фулл раскаст, там беда полнейшая. Алоха Дэнс со своей тамбой и Йоку на Джакира, который, в принципе, фармить будет, как я понимаю, топ-лейн. Вот, и фаст макропира, и резолюшн на мидлейне будет на Зевсе, и, скорее всего, эти ульты станут очень печальными для команды NiP. Ну и Сайлент, конечно. Короче говоря, по масс-ультам тут просто дичайшая дикость от команды Империя. Главное всех вокруг тамбы собрать в кружочек, а там уже дело техники. Команда NiP. Йонасом Фан забирает себе Квапу, потому что Эра будет фармить мидлейн на Тине. Без Виспа будет фармить Эра мидлейн на Тине. Прошу заметить. Always Wanna Fly будет саппортить у нас внизу. Как я понимаю. Да, Сайлента на гирокоптере пока что, хотя гирокоптер у нас. Ну, видимо, некая модификация будет лайнов. Посмотрят, куда отправить Сайлента. Ну, больше у меня, конечно, вероятность, что все-таки вниз отправится Сайлент. Почему роковать там на топе, если есть Джакира, которого можно отправить туда гнить? Или все-таки Йоку? Нет, по-моему, да, Always on a Fly у нас перетягивается на топ-лейн. Йоку отправляется вниз, будет стоять вместе с Алоха Дэнсом. 2-1-2, вот такая вот схема. Резолюшн в миде будет стоять против Эры. И что с Эрой будет, я, честно говоря, боюсь даже представить себе. Силкит пока не будет от Эры отходить. Где-то здесь будет и хэндскин. Ну, а те, кто должны фармить, расходятся по лайнам. Лимп на Найтсталкере отправляется в сложную линию. Будет стоять против Йоку. И здесь еще ему будет помогать Алоха Дэнс. Ну и хэндскин тоже вниз. Вроде по лайнам немножко разобрались. Йонасом Фану будет нужен хелп. Будет нужен. Йонасом Фан тут огребет вообще. Сайленту самое время, я думаю, через ракету пойти качаться, и бедная Квапа, которая будет бегать от этой ракеты, в итоге у нас горит. Always on a fly. Wave of Terror бросил на Йонасом Фана и просто с руки его ковыряет. Венга, которая наказывает у нас Квапу. Квапы есть блинк, и что? Квапа уже на половине хп. Сайлент, где ракета? Сделай что-нибудь, сделай плохо. Йонасом Фан под флэг Кенноном почти фулл хп слил и ушел отсюда. Та же история с Эрой на мидлейне. Что-то по расстановке лайнов НиПов пошло не так. Да и по пику команда НиП, мне кажется, немножко перенедомудрила. Йоку в соло стоит на нижнем лайне. Никто пока ему особенно по голове не стучал. Фулл хп, в принципе, все нормально. Да и по мане особенно не тратится. Я думаю, тут в приоритете будет Liquid Fire. Все-таки вещь полезная. Там просто поджигай и наблюдай, как лимп корячится. Алоха Дэнс у нас пока что на подсейв Йоку, но занимался только лесными делами, насколько это было возможно. И здесь пришли поживиться у нас игроки команды NiP. В это время Йоку продолжает фармить линию. Эру оставили в соло против Резолюшена. Резолюшен идет через нижнюю и через Static Field. По-моему, очень крутая тема на самом деле. Такие Зевсы, которые вообще в приоритете Arc Lightning и Static Field максят. Такие Зевсы могут вообще напрягать и триплу без вопросов. И даже в сложной я наблюдал таких Зевсов. Был я в одной конфе и играл в папчик с одними ребятами. И там этот Зевс триплу дичайшую на цейме просто уничтожил. Даже как-то удивительно, но факт. Always on a fly. В кустах ждет Йонасом Фана. Сайлента. Все-таки Хоминг Миссил не будет вообще, видимо, вкачан. Пока что Рокет Бараж есть у Сайлента и есть Флэг Кэннон. Без фрагов. 3 минуты у нас прошло. Да, там немножко подгорали игроки команды Ниндзя в пижамах. Хэра до сих пор подгорает у нас. Но при этом убийств как таковых не было. Силкит
решил зайти в спину здесь Резолюшену. Резолюшен на фул ХП, поэтому Раскастер, я думаю, переживать должен. Что вообще по расстановкам лайнам? Давайте посмотрим, как это на золото отражается. Empire 500 по голде выигрывает. Always one offline, а low HP и бежать отсюда. В принципе, если стан поймал бы, то Silent мог бы и убить у нас Йонсом Фана. First Blood у нас от Йоку. Забили здесь, кстати, Найт Сталкера и Хэндскина. Low HP Йоку попадает под раскаст от Хэндскина. Должен, в принципе, Йоку умирать. Empire втроем на разных линиях развалились. Эра вместе с Силкином в это время Резолюшена забирает. На одного несчастного Баланара. Найтсталкер отправился в таверну, но за ним три игрока команды Empire. И, конечно, это плюс для Непов. Сейчас посмотрим. По золоту должны выйти вперед. По XP уже они впереди. Always on a fly просто голый. Три веточки, на нем больше ничего. Ни в курьере, нигде. Always on a fly, скорее всего, от Силкида здесь умирает. Есть здесь фейдбол, должен догонять его Силкид. Эра бросает у нас на Always on a fly. Рубика, и там Квапа все это дело заканчивает. 4-1 Непы повели. По голде Непы уже впереди. Это 100%. Чуть-чуть по экспириенсу 300 тоже в их пользу. Йоку максит Liquid Fire в 1 Dual Breath, в 1 Ice Pass. Silent сложный, 28 на 12. Все хорошо, в принципе, у команды Empire касательно мейн-керри. Сайлента не напрягают, и Сайлент никого не трогает, спокойно стоит, фармит. Прилетает сюда Йонасом Фан. В принципе, файт один в один, я думаю, не в пользу будет Йонасом Фана. Ну что, и у нас еще одна смерть. Андаинга нашли в своем же лесу игроки команды не 5-1. Empire может и доиграться так на самом деле. Да, гирокоптер это великолепно, это... Попробую вывези, конечно, но когда все четыре игрока команды Empire у нас будут, в принципе, на дне, а может даже где-то и глубже, то сильно гирокоптер там в соло не зарешает. Йонасом Фан, быстрее бежать отсюда. Always on a fly, быстрее бы надо на перекрытие было идти, но не добежала здесь винга. Йонасом Фан, что ли, не показался, почему там кликают на деревья игроки Empire? Так, Резолюшена на мидлейне, опять рассказ, ну... Просто не успеваю переключаться, потому что моментально все делается. Тос, Эвеленш, нет у нас одного игрока Empire, и печально для Империи, что это мидер. Резолюшен уже дважды у нас умирал, ни одного убийства, ни одного ассиста. Йоку пытался поймать здесь лимпа. Не получилось. Но немножко надамажили. В принципе, лимп здесь не в зоне комфорта находится. Во-первых, Йоку через Liquid Fire может нон-стоп задувать. Во-вторых, есть чем контролить. Если в Ice Pass попадает у нас лимп, в принципе, может и умереть. Там Liquid Fire свое дело уже сделает. Резолюшен с эрой в соло. Оставил их Силкит. Оставил их Хэндскин. Все, в принципе... Дали нормально один на один подраться. Но Always on a Fly все испортил. Подошел здесь на всякий случай на подсейф Резолюшена. Ну и что это такое? Забрали у нас еще и Андаинга. Я вообще сегодня буду показывать фраги. Как-то слишком быстро умирают игроки команды Empire. Там по скорости вообще уменьшения здоровья вообще невозможно сориентироваться. У гирокоптера уже есть Аквила, есть фейсбуцы для Сайлента. Вот, кликают Эра на лоу ХП. У Резолюшена вообще нет маны ни на что. И у Vengeful Spirit не просто нет маны, у Vengeful Spirit вообще ничего нет, кроме трех Iron Branch. Да что ты будешь делать? Алина забирает у нас еще и Йоку внизу. Но это было без Лагуна Блейда. Даже отмазаться мне нечем. 1-8. Интересно, есть ли вариант пропустить все фраги на карте? Так, Алоха Дэнс у нас на лоу ХП, скорее всего, сейчас убьют. Давайте я лучше переключу камеру. Шучу, нет, Алоха Дэнса я увидел. Так, у нас Резолюшен на мидлейне. Эра забирает у нас еще один фраг. Дальше за Always on a Fly. Силкит все вкастовал в Резолюшена, поэтому ограничились одним Зевсом. 1-10. Empire что-то не домудрили, я так понимаю, у нас
в середине матча, хотя по расстановке лайнов вроде как Empire должны были намного мощнее выглядеть. Ну это по-моему, Always on a Fly, туда же, 11-1. Что, GG Go Next, что это за игра вообще? Как она планируется быть? И я так смотрю, это в принципе классическая схема, если в команде фармит Джакира, я уже по-моему 3 или 4 матча наблюдал, 100% команда сливает. Ну, Empire прошлую игру немножко проигрывали в начале, потом ничего так вперед вышли. Может быть и здесь. Здесь есть, в принципе, вариант затерпеть. Этот вариант называется Silent. У него уже немножко совсем остается до Яши. Дэмэджа достаточно. Флэг Кэннон в 4. Рокет Барадж в 3. И кулдаун для Silent тоже уже имеется. Восьмой левел. По нетворсу на первом месте Тини. И Silent не сильно-то и отстает. Через Флэг Кэннон. По Йонасом Фану. Неплохо так настрелял на Silent. Лучше бы ему отсюда уходить. По золоту НИПы выигрывают 1500. Это 9 фрагов стоит 1500. Это шутка, что ли? И по экспириенсу 10, точнее, фрагов преимущества стоит 2000 экспы. Что-то по фарму немного, конечно, НИПы сдают на самом деле. При таком подавляющем преимуществе по фрагам, такое ничтожное преимущество по голде, это немножко стыдно даже. Что, еще один килл. Еще один килл от команды. От команды НИП. Ой, как сильно горят Empire. 1-12. Что, Йоку? Где вообще, где логика? Почему Йоку у нас не убивает? Ну, Йоку у нас выходит в Йоу, к тому же Меки не будет на Джакира. На ком, кстати, будет Мека? Мека понадобится в итоге, потому что рассказ тут НИПов, который вообще по левелу здесь наглухо имеет команду Empire. Мека понадобится, нужен будет под сейв. Тут одним Сулрипом Алохи Дэнс, ну, не отхилит всю команду. Наверное, Алоха Дэнс и должен этим заниматься, но откуда взять деньги? 6-2 по крипам у него, 4 смерти. Поэтому надо как-то... Либо, если, конечно, будет, то вряд ли это Алоха Дэнс будет собирать Меку. Йоку пошел у нас в Юу, поэтому от него данного артефакта ждать бессмысленно. Эра. Эра с даггером. Эра будет готов врываться уже сейчас на резолюшена. Эваленж цепляет у нас резолюшена. Резолюшен на лоу хп. Силки через фейтбол. Сайлент. Можно сейчас забирать силки, да. 1-13. Хэндскин ждет. Так, Рокет Барадж забирает у нас Рубик еще. И теперь к нему невозможно подойти. 1-13. Империя, wake up. Ну, Йоку продолжает здесь играться в игры с лимпом. Йонасом Фан. Спину Йоку засловили. Shadow Strike в него. Алоха Дэнс ставит Томпстон. Йоку на лоу хп. Развалили Йоку. Алоха Дэнс туда же. 1-15. Минус 3 от команды НИП. Забирают и Томпстон, и все очень и очень хорошо по файтам. По файтам команда НИП как будто в пабе каком-то поймали игру и просто месят на всех вообще фронтах. Ничего особенно не пушат, только сейчас на Т1 кое-как вышли. Просто ходят и убивают. По крипстату, по-моему, даже повыше. Дела получше у команды Империя, да, намного причем лучше у Империи по крипстату. Но зачем им крипы? Не пам, если они на фрагах все необходимое зарабатывают. Ну и Silent. Единственная надежда. Silent в бою у нас еще не был. Silent в бою. Ogre Club появляется для Silent. Скорее всего, надо БКБ тарить. Потому что Рубик, Квапа и Тини. Да все, в принципе. И Найтсталкер, и Лина, да. Тут БКБ обязательный артефакт. Без него драк вообще не будет для Silent'а. Ну и начинают давить территориальные игроки команды НИП. Уже завардили вражеский лес. Здесь Хэндскин выфармливает чужие леса. Тем же занимается и Лимп.
Т1 снесли, вся нижняя линия, начиная от самого лайна и кончая рекой, все это за командой НИП. Что остается, в принципе, Empire? Empire кучкуются вчетвером на мидлейне. Вдруг и здесь один Рубик против них стоит, вы понимаете, Рубик получает нормально экспириенса, нормально фармит за счет фейтболта, да и с руки силкит неплохо наваливает крипам. Вот, а команда Empire просто-напросто стоит и терпит. Один 15, 5000 нипы по золоту, по экспириенсу 5,5 тоже в пользу ниндзей в пижамах. У Эры на тине появляется Hand of Midas после Блинкдаггера. 14 минута, на самом деле крутой тайминг. По нетворсу, по-моему, впереди, да? 7000, да, зарабатывает Эра и 6500 для Сайлента. Венга где-то у нас встряла, но это было несложно. Теперь в собственном лесу небезопасно команде Empire. Об этом примерно должны были они понимать, но теперь точно в этом убедились. У Резолюшена Soul Ring, Аркан Буцы. У Алоха Дэнс... У Алоха Дэнс 0.5. У Джакира до Юла осталось еще 500 голды насобирать. Где Йоку их будет брать, пока не ясно. На лайны выходить становится все опаснее и опаснее. Резолюшена поймали, развалили. Мега килл для Эры. 11 левел Эра. Дэмэджа вообще нереальное количество. Тут еще и повезло ему с руной. Дабл дэмэдж для Тини. Это, вы понимаете, это... лучше всего вообще. И что, и выход за Джакира? У Эры есть даггер. Джакира должен здесь отъезжать, да? Йоку, скорее всего, здесь умирает. Ни АСПС, ничего здесь, собственно, не поможет. Нарал Йонасом Фан у нас на Джакира. И Эра один удар просто по хребту у нас. Двуголовому дракону Джакира отваливается в таверну. Эра продолжает фармить. У него все великолепно. Он 1400 отрывается от Сайлента. У него... 6-0 КДА. У Сайлента по-прежнему все по нолям. Он вообще не участвовал в файтах. Ну, как бы по нолям. Всего один фраг заработала команда Империи. Это неудивительно, что у Сайлента все по нолям. Единственное, что здесь могло быть, это одна смерть. Но она, к счастью, команда Empire не одно убийство, точнее. Но заработал его... Заработал его Джакира. При этом 4 раза слился. Йонсом Фан у нас пока что отвалился. Ожидаем скорейшего возвращения. Давайте по вещам пробежимся. 15 минут. По голде не по 7500, по экспириенсу. Наверное, даже где-то к 9 направляется команда ниндзя в пижамах. Теперь по артефактам. Зевс, Soul Ring и Аркан Буцы. Ничего интересного в Винги. О боже. У Джакира Юла так и нет. Ну да, Джакир у нас только что слился. У Алоха Дэнс. Хоть как-то в Urn of Shadows надо попытаться выйти, если вдруг Empire кого-то будет убивать и пополнять эту самую Urn of Shadows. У Герокоптера уже есть Ogre Club. И Сайленту 900 на руки еще капнуло после Яши. Герокоптер без доминатора здесь. Ну, хотя бы БКБ надо собрать Сайленту, причем быстрее. До появления БКБ выход в свет, файты. И это, наверное, ошибка будет одна из грубейших от команды Empire. У Лины есть уже Staff of Wizardry, имеется Power Threads и... Ну и, в принципе, ничего больше. Ботл для Хенскина, но не будем забывать, это саппорты. Посмотрите сюда на саппорта. Посмотрите сюда на саппорта и посмотрите на этого саппорта. Чувствуете разницу по артефактам? То-то и оно. У Лимпа уже есть Hand of Midas, есть Urn of Shadows, Фейсбуцы. Сложный Найтсталкер на ура вообще отстоял. 4-1-4 счет. У Лимпа все хорошо. У Рубика есть Soul Ring, имеется Tranquil Бутси. Силкит, скорее всего, в дагер выходит. Он тут обязателен, потому как давит у нас команда НИП. И надо реализовывать это, в принципе, в быстрые врывы и файты под диктовку НИПов. Always on offline. Орал на Лимпа. Пошла ульта у нас от Зевса. Хендскин. Наконец-то. Хоть кого-то заберут. Сайлент забирает у нас Лину. Забрали саппорта, и то неплохо. Ну и Лим просто под фейсбуцами ночь включил, побежал отсюда. Второй фраг для команды Empire за 16 минут. Но за этот один фраг
812 Empire по золоту заработали и 1300 по экспириенсу. Вообще неплохо, на самом деле. За каждый фраг так бы платили. Но то, как Empire у нас горят, как сильно отстают, неудивительно. Эра встречает здесь Алоха Дэнса. Моментально Алоха Дэнса убили. Причем Тини, по-моему, даже удар рукой не делал. Просто тоснул Эваленж под ноги и сразу же блинкаут от Эры. Сыграно вообще на уровне очень крутом. У Эры 13-й с половиной левел. Как там Сайлент поживает? Сайлент 11-й. Тут у Лимпа 11-й, у Йонасом Фана 11-й. А дальше Резолюшн 9-й. Вот такой вот мидер Резолюшн. 0-6-1. Ну, чего ожидать? Зевс как не пыхтел, как не старался. Тут, в принципе, пользы пока своей команде особо не приносит. Разве что дать вижен. Йоку. Неужели так и не будет у Йоку? Еула. Тини в это время забирает Резолюшена здесь, где это случилось, на мидлейне. Эра очень просто. Он с Резолюшеном поговорил. Просто один раз каст. Резолюшен погибает. 2.20. Ой-ой-ой-ой-ой. Как это называется вообще? Это просто табличкой 18 плюс закрыть все и закончить этот матч и перейти к следующему. Но если будет камбэк, то понимаете, да, примерно степень, в общем, мощи, которую Empire почувствует, если начнут камбэчить в данном матче. Ну, кстати, невывозимых вещей здесь нет. Здесь есть по-прежнему герокоптер. И всегда на герокоптера есть возможности, шанс купить рапиру. Покупаешь БКБ, покупаешь рапиру, через флэг кэнон нафиг вообще всю команду не подправляешь. Сквозь БКБ здесь будет бить только хэндскин, но это позже уже. Быстро саппорт Лина на гоним не насобирает. Поэтому время у Сайлента есть. Мне кажется, уже сейчас надо подумать о рапире. Простыми артефактами здесь вряд ли можно отковыряться. 2.20. Ну, о чем может речь быть? Резолюшн отправился вниз немножечко подфармить. У Эры появляется Аганим. 2.20. Ой-ой-ой. 12 тысяч по голде и 13 тысяч по экспириенсу. Ниндзя в пижамах. Российской команде тут, ну, терпеть не перетерпеть на самом деле. Так и самое интересное, не зажимаются на базе Empire. В леса вот, например, герокоптер решил выйти. БКБ есть, решили попробовать. Резолюшн у нас гонит хэндскина. На тебе вообще. Кулдаун пошел у нас от Сайлента. Развалили здесь хэндскина. Еще раз умирает Лина уже второй раз. На этом же месте. И из-за нее герокоптер получает 500 голды. И 1450 по экспириенсу. Зарабатывает за одного убитого саппорта. Дорого нынче платят за, конечно, за игроков команды НИП. Ну, неудивительно, 22 был счет. Сайлент за Эрой. У Эры нет ничего, в принципе, нет никакого аганима. БКБ провязал Сайлент. Ну-ка, ну-ка. Убить Эру самое оно вообще будет. Герокоптер забирает здесь... Что это был? Wicked Sick, да, от Эры. Вот это, я понимаю, пофайтились, а? Так можно и закамбэчить. Эра немножко у нас переиграл в Терминатора. 1050 за один фраг зарабатывает здесь герокоптер. И вообще вся команда, 2000 просто на ровном месте. Все получили по 1000 экспириенса. Эра очень дорого обошелся команде НИП. Ну и пару тысяч здесь должны были отыграть. Главное теперь не подставляться. Герокоптер может драться. Сэндж Эньяша появляется для Сайлента. Главное не сливать гира. Если будет живой Сайлент, то в принципе все вывозимо здесь. Здесь действительно, здесь команда чуть ли не одного игрока на данный момент, конечно, на данный момент. А там Джакира, гляди, немножко духом воспрянет и сможет Сайленту хоть чуть-чуть помочь. Джакира забирает тавер. На кой пес тебе нужен был тавер, Йоку? Скажи, пожалуйста. Тут Сайленту надо все деньги вообще отдать и молиться на него, чтобы Сайлент у нас не умер. Зевс в это время забирает Силкида. Что, посыпались? 25. 520 за Силкида зарабатывает Зевс, 1300 по экспириенсу. 20 со стороны НИПов и 5 со стороны Empire. Ну и графики постепенно начинают двигаться в пользу команды Империя.
Камбэк, камбэк, да здравствует камбэк. Что будет? Интересно, если еще пару-тройку файтов выиграет команда Empire. Там просто морально, я думаю, можно убить команду NiP, если вдруг это преимущество Empire начнут отыгрывать. И не такие катки на самом деле вывозились. Но мне просто казалось, что катка абсолютно провальная. Чуть ли не в сухую NiP обыгрывали Empire. А сейчас NiP, мне кажется, еще и могут и попереживать немножко. Ну, Эри надо Black King Bar. Это факт. Эру нельзя давать Эру контролить, поэтому... А и контроля сквозь БКБ ни у кого нет. Поэтому, если будет БКБ на Эре, то единственное, что ему угрожает, это все-таки Silent на гирокоптере. Но Эра тоже ведь может два раза палкой махнуть, и гирокоптера просто-напросто не станет. Хенскин. Два раза уже умер, можно и третий умереть. Алоха Дэнс байтит на себя. Жмутся здесь в лесу игроки команды Ниндзя в пижамах. Хенскин будет ли врываться? У него есть Еул. Алоха Дэнс байтит. И Хенскин должен об этом знать. Если не знает, то это просто нелепо даже. Поднимает у нас ветра Алоха Дэнс. Падает он в Ice Fest, ну и Silent на него. Ульта пошла от Резолюшена. Хенскин на лоу хп оставляют его. Джакир забирает фраг. Шестой фраг для команды Empire. Опять умирает Лина. Это просто фит от Лины нон-стоп вообще. 1700, по-прежнему за нее дорого платят. Все, на Тауэр выходит команда Empire. Silent Tower месит, да и все здесь, все с ним. Единственное, кого нет, это Resolution. В это время Т2 здесь пилит Йонасом Фан. Остальные все кучкуются на мидлейне. Забирают один Тауэр, можно пойти на второй. Нет, пойдут Деф и Т2. Летит уже сюда гирокоптер. Нет, Silent просто, скорее всего, здесь подфармит. Погони как таковой не будет. Ну и все расходятся. У Йоку тоже есть ТП. Можно и уйти отсюда, можно остаться. У Йоку появляется дагер. Кто вообще кого давит? С 12 тысяч до 8 спустились графики по золоту, по экспириенсу с 13 до 9. И все это сделали Empire. Своими силами, собственно, пропеллерами и крыльями Silent. Ну да, немножко Йоку поучаствовал, окей. И теперь Silent всего лишь на 1000 отстает от Тини. У Эры траблы. Эра вроде бы и серьезная, а вся команда фидит. И точно так же скоро Эра будет в положении Silent, когда твоя команда фидит нон-стоп, и ты должен отдуваться за весь коллектив. Silent постепенно и за собой всех ребят ведет. И вот эта вот One Man Dota, она в принципе... работает. Пока работает. Но пока еще масс-файтов 5 на 5 не было. Как будут, посмотрим. Но факт в том, что НиПы не хотят драться 5 на 5. Они не верят, что могут здесь 100% победить. И это тот, собственно, тот случай, когда ты не идешь к врачу, знаешь, что вроде как болеешь, но не идешь к врачу, чтобы ничего плохого не услышать. И вот я думаю, что примерно та же ситуация с НиПами. Им не очень хочется сейчас проверять на прочность команду Empire, потому что есть вариант, что они не выдержат. А Empire, наоборот, ответку им такую даст, что погонит НиПов, в принципе, до собственного хайграунда. Так, с хайграунда заходит у нас Эра. Эра, быстрее бежать отсюда. Резолюшн. Поймали у нас Эру. Йоку под ноги сразу же стопят у нас Эру. И пошел кулдаун от Сайлента. Главное не подставляться под Эру. Сайлент дерется с Эрой. Эра на лоу хп. Томпстон на хайграунде. Эру должны убивать. Сайлент забирает Эру. Доминейтинг уже для Сайлента. Потеряли Йоку. Дальше за Силкидом. И куча муми здесь за ним. Силкид на лоу хп. Silent еще одного героя, Зевс, точнее, забирается. Йонасом Фан, бежать быстрее отсюда. Команда Empire делает не камбэк, а просто делает какой-то чудовищный мув в данной игре. Проигрывать так колоссально, и здесь они, ну, в файте, в принципе, команду не поимели. Там был Блэкинг Бар на Эре. Более сейвово Тини чувствовать себя не может, ну, разве что Кирасу. Но какой-то важный артефакт, вот такой, как Блэкинг Бар, на Эре присутствовал. Если бы его не было, можно было бы подумать, что да, Эре не принесли БКБ. Эре принесли БКБ, и Эра умер вместе с этим БКБ. 1300 зарабатывает Empire в данном файте. И по XP 4 почти 1000. По 650, по 700 зарабатывает Silent и Resolution соответственно. У Silent 1830 на руках. Есть доминатор. Есть БКБ, есть Энжин Яша, и прошу обратить внимание на нетворсы. Silent на 100 копеек отстает от Тини, и это сейчас прекратится. Все, Silent у нас выходит вперед, он обгоняет по фарму Тиника.
Тини, который 8-0 у нас не так давно шел. На лоу хп Йонасом Фан. За ним дальше Резолюшн. Должны забирать Йонасом Фана. В никуда. Это просто это крик отчаяния был от Квапы. Йонасом Фан наорал на пустоту и на вражеских крипов. Что Эмпайр? Что творят Эмпайр? Это какое-то маленькое дота чудо. Жесть какая-то от них. Проигрывали 13, теперь где-то 1007 проигрывают. По XP та же история. Алоха Дэнс. Алоха Дэнс здесь с крипами бьется. Я думал, по ХП проседает Алоха Дэнс где-то в файте с героями. Ну и выфармливает Алоха Дэнс. Сейчас у него появится в Crimson Guard. В принципе, ну сначала Vanguard, потом Crimson Guard. И это будет великолепно. И команда Empire сможет хоть как-то противостоять дэмэджу от того же Тинника. Да и сейчас все неплохо. У Герокоптера уже почти 17 левел. У Тини 18. Да, Эра по-прежнему очень вооружен бревном и очень опасен. Есть Аганим, есть Black King Bar 9-секундный. Мидас, но Мидас особенно не бьет. Power Threads. И 2000 на руках. У Сайлента, в свою очередь, уже появляется Demonage. Герокоптер готовится выйти, как я понимаю, в МКБ. Или нет. Или я не знаю даже. Хотелось бы, очень хотелось бы увидеть Рапиру на Сайленте. Это тогда была бы не просто победа, это была бы конфета среди побед. Это было бы лучшее. Это просто пушка была бы. Будет, не будет Рапира, узнаем немножко попозже. Пока что Demonage приобретен Сайлентом. Но я думаю, что вполне может быть, что Demonage покупается вот с таким расчетом, что если все будет хорошо и будет Empire давить, то можно брать МКБ и давить дальше. Просто наращивать свое преимущество. Если критичная станет ситуация и НИПы начнут назад у нас гнать команду Empire, то тогда уже надо будет отчаянный шаг предпринимать. Сейлкит на лоу хп, очень быстро с ним справились. Сайлент один раз в него выстрелил. Резолюшн дал верхнюю. Сайлент мега килл стрик зарабатывает. На ровном месте. Йонасом Фан. Просто бежать с вражеской половины карты. 10-21. Ух. Я представляю, что с нимпами творится. Там истерика должна постепенно у Эры начинаться. Вроде так сильно давили. Все такие крутые, подкачанные Тини. Все у него хорошо. Фарм вообще нон-стоп, рекой льется. Бегает по всей карте, убивает. Hand of Midas покупает после Блинкдаггера. А теперь Тини... Теперь Тини такая же жертва, как и вся команда Empire еще 15 минут назад была. 29 минут. Silent, в принципе, на равных идет с Эрой по фарму. Да, дальше пропасть большая, но не критичная. В принципе, Герокоптер это герой один за пятерых. Флэг Кэнон творит чудеса. Если будет достаточно дэмэджа, то Silent, в общем-то, ну, недостаточно дэмэджа, а удачная ситуация по расстановке героев в файте, то Silent свое дело сделает. И неважно, сколько там игроков команды Empire. Флэг Кэнон бьет по всем, и если будет бить Герокоптер серьезным дэмэджем, то можно, в общем-то, команде НИП и не вывести его. Ну, очень хочется увидеть Рапиру. Прям вот вообще. Чтобы Герокоптер стал настоящим Рэмбо, настоящей машиной для убийств. Хэндскин, быстрее бежать отсюда. Все, научен горьким опытом, просто валит отсюда Хэндскин. Резолюшн ульту, что ли, провязал? Да, провязал ульту Резолюшн, проверить, где команда НИП. И неплохо уже продамажил. Как там дела у него? У него 10 зарядов в Бладстоуне. У него есть Войдстоун. Резолюшн, мне кажется, идет в Refresher Orb. Посмотрим. Либо это все-таки Еул для Резолюшна, чтобы с файта выключать половину команды НИП всем-всем. Есть Еул Джакира и, может быть, для Зевса. А возможно, это Refresher Orb, чтобы как можно больше дэмэджа нанести команде НИП, пока не начнет Сайлент стрелять. Эра! Стоит у нас во льдах. Развалили уже. Always Wanna Fly, Aloha Dance. Поставил тамбу. Silent пошел наваливать. Флэг Кэнон врубил. Пошел под Флэг Кэнона. Минус Рубик. Эра на лоу хп. Эра без Аегиса. Минус 4 делает Empire Team Wipe. Минус 5. Никуда вообще не надо отпускать Квапу. Йонасом Фан. Сюда подошел вообще. Какой же скач. Empire 15-22. Team Wipe после жесточайшего вообще отсоса в начальных левелах и в начальных минутах творят что-то грандиозное на карте. 15-22 счет.
Вы проигрывали 13 тысяч. Сейчас обновятся графики. Я боюсь узнать, что будет. 4 тысячи здесь выиграли. 9800 по экспириенсу. Просто минус 5. И быстрее на хайграунд. И время есть. И можно спушить хотя бы один лайн. Бедный Непы. Там Эра седой. Вот с такой красивой прической, как и был, только с седой полностью. Дождались Непы своего часа. Пятером в таверну. Вот это жесткач. А Silent и Aloha Dance, да все там на ура, все умнички. Always on a Fly даже, который умер, и тот супер красавчик. Aloha Dance поймали здесь, кулдаун пошел от Silent'а. Flag Cannon надо включать, и можно драться на хайграунде. Ветра поднимает себя Лина. Godlike для Silent'а. Стоит Silent в ветрах. БКБ есть. Silent включил БКБ. Лимп отсюда уходит. Мега килл для Резолюшена. Godlike для Сайлента. 9-0 идет Герокоптер. Кто вообще мог об этом подумать? Тут собака, которая бегает за Сайлентом, просто счастлива, что она знает такого героя, как Герокоптер, и что ей пришлось быть свидетелем таких эпичных абсолютно событий. Ух. Резолюшен. Соло против Йонасом Фана. Резолюшен уже не боится Йонасом Фана. У него постепенно появляется рефрешер орб. Есть уже рецепт на рефрешер, есть Void Stone и Ring of Health, и остается только насобирать на Staff of Izzardly. 1000 Зевсу, и у него будет рефрешер. У Сайлента есть уже МКБ, после МКБ 3700 на руках. По фарму 21500, Эра машет нам бревнышком 18500 у Эры. Открываем графики. Ух! 12 тысяч выигрывали Непы, теперь Непы проигрывают 1000. По экспириенсу с 13 тысяч тоже на 1000 поражение. Как Непов размотало вообще по карте. 32 минуты. Вообще камбэк феноменальный. Да, отыгрывается и 20 тысяч, и 25, но это минуте на 40-й. А когда ты, в принципе, в позе не разгибаясь с начала игры, умираешь нон-стоп. Идешь со счетом 1-13, потом 4-20. Там как бы вроде по факту, по дефолту никакого камбэка быть не должно было. И тут на тебе, такое, вообще такое мясо устроила команда Empire. Куда деньги? Куда деньги дел Silent? Silent покупает себе сатаник. Попробуй теперь вообще прикоснись к нему. Crimson Guard появляется у Aloha Dance. Те артефакты, которые должны были появляться в принципе минуты до 20-й. Ну... позднее созревание получилось у команды Империя. Пубертатный период только-только закончился. Резолюшен уже практически с рефрешер-арбом. Осталось 3-4 крипа, 2-3 точнее крипа, и будет у Резолюшена БКБ. Все, летит ему Black King Bar, рефрешер-орб. Ну, это просто ужас. Это что-то вообще грандиозное делает команда Empire. Все получается, ну на ура. Может быть, Непы немножко здесь недооценили Empire и недооценили Сайлента на Герокоптере. Ну, стоит опять же заметить, что не накаляли Сайлента вообще, не подходили к нему, никто не перемещался на топ-лейн, Сайленту не мешали фармить. И Сайлент то, что необходимо было вывести, вывез. И теперь Лимп у нас юзает ульту просто, чтобы убежать. Главное не сбавлять темпы и попытаться... А, кстати, фармить-то не сейчас получше команда. Все-таки левела повыше, да и герои более-менее фармящие. Здесь один Сайлент за всю команду отдувается, а Эры... А кроме Эры здесь еще есть Квапа, который отлично фармит. Есть Лина, который пачки моментально крипов сносит. У команды Empire таких ребят нет. Где там двумя-тремя кнопками можно сразу всю пачку убрать. Надо давить команде Empire, потому что опять начнут проседать по голде, по экспе. И там уже... кто знает, что получится. 35 минут. Т2 на топ-лейне. Команда НИП начала вести игру, в принципе, разменяй сторону на сторону. Ну, и они вообще намного быстрее, кстати, сносят сторону. Так, Лимп у нас отъехал. В это время у нас Эра забирает Т3 на хайграунде. Высвапывают у нас... Хэндскина. Хэндскина low HP. Always on a fly не умирает. Aloha Dance у нас выхилил Always on a fly. Это уже Beyond Godlike для Silent'а. 19-24. Потеряли Т3 игроки команды Empire. Йоку здесь мансит от Эры. Должен поднимать его и стопить. Йоку не боится Эру. Ice Pass под ноги. Вся команда далеко. Йоку дерется против Эры.
Эра здесь теряет половину хп, и Йоку дальше гонит у нас Эра, уже обходит его в бок Резолюшн. Пошли здесь умники разваливать силача, Эра на лоу хп. Вдвоем могут расковырять у нас мейн керри команды Empire. Куда пришел Резолюшн? Да сюда пришел Резолюшн. Unstoppable для Резолюшна, и команда Empire творит маленькое, да, большое дота чудо. Это просто жесть. Эра в панике. Огромная глыба каменная бегает от двух интеллектуалов. Просто шахматной доской забили его. Что Йоку на Джекира, что Резолюшн. Это те, кто вообще на один зуб были Эре. И Резолюшн шел со счетом 0-7. Теперь у него 6-7. Ну кто мог подумать, что из такого Зевса хоть что-то может получиться. Ну и вот он Silent. Тот, кто в принципе решил у нас протекание нынешнего матча. Поймали хэндскина. Silent. БКБ где? БКБ пока Silent не включает. Crimson Guard проюзал на соло хаден. Silent продолжает без БКБ бегать. За Йонасом Фаном. Йонасом Фан, наверное, отсюда уйдет. Кулдаун пошел от Сайлента. Лимпа поймали. Лимп здесь погибает. Silent Blacking Bar за хэндскином. Трипл килл от Сайлента. Эра на лоу хп отбрасывается в Йоку камнями. Это просто паника. Эра действительно тут только, не знаю, как раньше в драках. Тебе наваляли, ты отбежал, и давай кирпичами забрасывать. Я-то, конечно, не делал. Нет. У Сайлента 5600 на руках. Эра врывается на Сайлента. Можно развернуться, есть сатаник. Надо просто бить. Сайлент не разворачивается пока на Эру. Отходит немножко. Ну и Лимп вряд ли добежит здесь до Сайлента. Сайлент на лоу хп. Включает сатаник, надо отжираться. Сайлент начинает бить крипов. Все, Сайлент на фулл хп. Йонасом Фан сгорел. Резолюшн, Wicked Sick. Рефреш Рор, пульта и Эра на лоу хп. Сайлент должен гнать у нас Эру. Йоку ловит у нас Эру. Подожгли. Йоку ловит Эру в Ice Pass. Это Beyond Godlike для Сайлента. 14-0. 14, мать его, 0. Продолжение вообще в канале на хайграунде команды НИП. Потеряли двух саппортов. Сайлент жив. У Сайлента 7000 на руках. Деньги тратить некуда вообще. Байбек от Эры. И Эры не будет еще 80 секунд. То же самое здесь с Линой. Лина байбекнулась и хэндскин. Ой, Лимп точнее у нас тоже байбекался. Сайлента будут ловить, есть БКБ. Врубает БКБ сразу же Сайлент. Флэг Кэнон проюзал. Лимп жалеет, что вообще сюда пришел. Хэндскин на лоу хп. Поднимает сам себя ветра. Колдаун по хэндскину. Развалило у нас. Продолжение. Holy shit от Сайлента. Ну, я не знаю, что это. Просто нон-стоп ГГ. Ой-ой-ой-ой-ой. ГГВП пишет команда НИП. 29-27. Empire додавили. И Empire вышли в итоге в плюс по фрагам. Я знал прекрасно, что Empire выиграет. Ну, когда стало понятно, что Silent уже неуязвим. Было просто интересно, выйдет ли в плюс по фрагам Empire, которые проигрывали 20 фрагам своим оппонентам. 22 был счет или 24. Ух! Все, небольшая пауза. Игра просто must-see. Если кто-то из ваших знакомых не видел эту игру, то смело плюйте в лицо, ничего вообще вам не скажет. Все, услышимся на следующем матче. У нас, я думаю, что может даже, судя по этой игре, скорее всего, последняя катка в данном Best of Five. Пока что Империя 2-0. Не забывайте заходить в группу ВКонтакте. Сейчас ссылка в чате появится. Подписывайтесь на нее. Ну и на нашем канале YouTube. Тоже буду рад вас видеть, слышать и общаться. Все, небольшая пауза. Best of Five продолжается. Пока что Team Empire побеждает и вырываются вперед 2-0 по играм. До скорой связи.